Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Детские игры. Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка. Полароид. Страшные истории для рассказа в темноте. Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город. Я иду искать. Юная невеста теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть. Семейка Аддамс. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь, семейка Аддамс. Страна призраков. Бет возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бет не в силах. Тайна дома с часами. Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Оно. В маленьком городке Дерри, в штате Мэн, семеро детей, известных как клубни удачников, сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!